братство между собой. Сколько раз Ашем может нам это говорить? Мне нужно ваше братство любить, чтобы вы любили друг друга. Чтобы уважали друг друга. Мы видим столько проблем в народе Израиля, вот и столько проблем. И уже будут строгие суды идти. Очень строгие суды. Вокруг уже Израиля начинается землетрясение идти. Еще одно землетрясение, еще одно землетрясение. Что говорит это? Землетрясение происходит из-за чего? Говорит нам Талмуд. Ватабит лаарец ветирад ягабеш бехарим веешану. Ашем смотрит на землю, и земля дрожит. Дотрагивается до гор, и они дымят. Ашем смотрит на землю. Ашем смотрит, мы его доводим, работаем, мы его доводим, Ашема. Махисим это Акадош Барух Ху. То, что сейчас в Эрец Исраэль выходит сотнями тысяч людей на забастовки против правильного, против Торы, против Мицвот, против Маасим Товим. Демократия называют они это. Под словом демократии идут. Они злят очень сильно Ашема. И Ашем потом показывает это через этих террористов. Сегодня мы учились в Клиякар. Он пишет, Клиякар, что если мы соблюдаем Тору, никто не имеет права претендовать на Эрец Исраэль. Никто рот не откроет нам. Почему они все будут говорить, что земля наша? Как мы не соблюдаем Тору, тут же возникают люди. Мы захватчики, мы захватили ихнюю землю, оказывается, это Палестина, это не Эрец Исраэль. Почему? Потому что мы не соблюдаем Тору. Это нам знак, это индикатор. Если кто-то предъявляет заявку на Эрец Исраэль, кроме народа Израиля, запомните, это индикатор, что мы не исполняем Тору. И так Моше Рабейну говорит с Богом, и Ашем говорит, иди спаси мой народ. И мы ждем уже сколько лет, почти 2000 лет уже ждем освобождения, что пришел Машиах Циткену и спас нас уже отсюда. Когда он ему скажет уже, иди спаси мой народ. И бисхуд Моше Рабейну Раяме им на, что мы научились его Торе. Тора Цивадану Моше, Морашак и Ирад Яков, что мы научились его Торе. И любили друг друга, и служили Ашему Безрат Ашем, здравии, благополучии, строился Безрат Ашем храм Бимира Би Амену, Амену, Амену.